По данных пресс-службы Министерства охраны здоровья, за прошлые сутки у Беларуси зарегистрировано 1778 пациентов с COVID-19. Выписано 2292. С початку пандемии зарегистровано 230 494 человека со становчим тестом на коронавирус. Вылечилось 214 366 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. За период распространения инфекции померло 1610 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минулые сутки выполнено амаль 15 000 тестов.